На одном из избирательных участков скандал. Глава комиссии не дает наблюдателям выполнять свои обязанности. Наблюдатель сразу же начала жаловаться и требовать, чтобы ей предоставили доступ к работникам комиссии. Наблюдатели не могут полностью увидеть, как работают те, которые выдают бюллетени, потому что какими-то стульями заставлено. Наблюдатель имеет право полностью следить за всеми элементами процесса, а мы, в общем-то, не можем посмотреть вот на паспорт, на списки. Как только наблюдатель начала жаловаться и требовать выполнить ее законное право, путем голосования членов комиссии ее удалили с участка. Я попросила убрать сзади эти лавочки, категорически отказались. Мало того, что я захотела восстановить, чтобы законодательная база работала, меня взяли и удалили вообще тогда. Мы просим по статье 67, по статье 66, часть 10, 11, позбавити его права находитесь на дільниці. На место приехали патрульные полицейские. Они взяли пояснения всех сторон и составили протокол. Мы решим это дальше в райотделе.